Телеканал РБК при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы представляет первое российское бизнес-реалити «Вызов». Бросить вызов судьбе и создать свою историю успеха. Ведомые опытными бизнесменами, экспертами и жюри, герои проекта, начинающие предприниматели, за 5 недель превратят свою идею в реальный бизнес. Лучший будет удостоен титула победителя и специального приза телеканала РБК. Каждый новый этап реалити для наших героев начинается с обучения. В роли наставников выступают менторы. Профессионалы большого бизнеса прекрасно знают, как трудно начинать свое дело с нуля, и делятся своим опытом с нашими героями. Эксперты проекта анализируют активити участников по их видеодневникам. Победителя этапа определяет компетентное жюри «Бизнес-реалити Вызов». Все меньше шансов на победу остается у Татьяны с Ольгой. Будущим бизнес-вумен пора бы уже вступить в бой по-настоящему. Время неумолимо. Удастся ли Ольге с Татьяной занять верхние строки рейтинга реалити? Кому в этой серии достанется пальма первенства? Смотрите «Бизнес-реалити Вызов». 17-й день проекта. Наши герои наполнили материальным содержанием инфраструктуру своего бизнеса. Теперь им предстоит создать виртуальную базу для своего дела. Участников ждет лекция на тему «Создание и раскрутка сайта». Ментор Александр Ковальский. Александр Ковальский – генеральный директор Creative People Agency. В дизайне с 2001 года. В 2003 году основал креативное агентство Creative People. Является куратором курса «Интерактивные коммуникации в рекламе». Когда ко мне приходят какие-то знакомые и говорят: «Саша, посоветуй нам, давай мы у тебя что-нибудь сделаем», я их практически всегда отговариваю. Потому что первые шаги вы всегда можете сделать сами. У вас не должно быть ситуации, когда у вас пустой сайт. Вообще. Пускай это будет одна страница, и на ней будет написано хоть что-нибудь. Ну вот. Вы двигаетесь короткими итерациями. Каждый раз у вас сайт становится больше, лучше и так далее. Первый час лекции. Ментор рассказывает нашим героям, как создать эффективный сайт и заставить его работать. Но участников бизнес-реалити больше волнует цена вопроса. В дизайн вам могут нарисовать, за 10 тысяч рублей, заверстать там тоже за 10 тысяч рублей, и на админку поставить за 10 тысяч рублей там какой-нибудь фрилансер. Ну вот, это может быть один человек. А неважно, сколько денег вы действительно здесь потратите. Столь категоричное утверждение ментора вызывает у слушателей, мягко говоря, недоумение. Кажется, что они готовы оспаривать практически каждую вводную информацию от Александра Ковальского. Очень даже. Вот есть, возможность, не знаю, красивую мебель купить или красивый сайт, кафе. Вот, ну о чем мы говорим, да? Если мы Билайн, вопросов нет. Тут можно хоть каждый день сайт менять. По мнению ментора, чтобы заявить о себе в интернете и привлечь через сеть потенциальных клиентов, не нужно думать о стоимости разработки сайта. Приоритеты в этом вопросе совсем другие. Неважно, сколько стоит разработка, для меня неважно. И для вас неважно, потому что и за 1000 рублей, и за 100 тысяч рублей вы можете получить одинаково хреновый продукт. Почему? Потому что за вас никто не придумает. Большинство людей, когда обращаются в дизайн-студию, они неправильно понимают их услугу. Они думают, что они им сделают инструмент, который поможет им в бизнесе. Но дизайн-студия не делает инструмент, который помогает в бизнесе. Они делают дизайн, верстку и программирование. И выкладывают это в интернет. Второй час лекции. Ментор дает нашим героям практические советы. Какой должна быть первая страница сайта? Какую информацию разместить на ней? Все ли прислушаются к советам Александра? Кажется, наши герои забыли, что впереди их еще ждет домашнее задание. И вот очень часто, вы просто обратите внимание, вы заходите на сайт, а вы не понимаете, чем компания занимается. Ну, то есть, картинка, я не знаю, там, космического корабля. Боже, что, вы строите корабли, отправляете нас в космос, там, или вы маркетологи, или кто вы, да? Ну вот. И в этом смысле, ну, нет ничего иногда проще, чем если у вас, условно, сайт дискотеки, напишите «дискотека». Все будет понятно, человек успокоился, у него есть первые 3 секунды для того, чтобы он сказал «да», ну, то есть я попал сюда. Но, есть другой нюанс. Дело в том, что он, когда это все понял, он еще не убедился. Он еще не готов, допустим, принять решение. И в этот момент вы ему даете информационный фон. Смотрите, он заключается в том, что у вас происходит пересечение. И вот здесь появляется Facebook,
потому что в нем хорошо создавать какие-то заметки, ну, вообще вести какую-то некую там, не знаю, логику повествования, да. У вас появляется, допустим, Инстаграм, потому что туда вы можете выкладывать, например, свой товар, фотографируя, и, не знаю, люди будут видеть вообще, что там происходит. Ну вот. И так далее. И таких сетей может быть любое количество. В завершении трехчасовой лекции ментор рекомендует нашим участникам еще раз проанализировать свой бизнес и только после этого думать о создании сайта. Главное — четко расставить приоритеты. Это должно быть коротко, четко и по делу. Ну вот. Вы таким образом сможете структурировать, да, и сможете, ну, грубо говоря, сделать некий такой онлайн-манифест, прочитав который, человек поймет, вот, ну, как бы, нужно с вами работать. Или не нужно, потому что, может быть, он просто зашел за булочкой, а вы ему тут полный комплекс. Я надеюсь, что после нашего разговора вы станете на шаг ближе к вашим клиентам, а самое главное, вы сможете им рассказать все быстро, коротко и так, как они хотят от вас услышать. Спасибо. Если будут вопросы, обращайтесь. Спасибо. Спасибо большое. Ребята активные, бодрые. Видно, что, в общем-то, неплохо себе представляют, как работать в интернет-среде. Работают с социальными сетями. Уже кто-то создавал сайты, кто-то работает. Лекция для меня была сегодня прямо вот в точку. Это как раз то, чем я сейчас занимаюсь. Я как раз буду встречаться со своим знакомым, который мне готов помочь с сайтом. И я хочу сказать, что для малого бизнеса сайт нужен и важен, но не через разработчиков, а собственными силами с помощью имеющихся удобных инструментов. Я профессионально занимаюсь IT более 13 лет, поэтому я не узнал для себя чего-то нового, но могу сказать, что лектор рассказывал очень важные моменты, о которых многие не знают. Для меня было, безусловно, важным то, что нужно идти на шаг вперед, как и, собственно, везде, в любой сфере нашего бизнеса. Этого я не знала, и лично для меня это стало открытием. Наступил 18-й день проекта. Наши герои готовятся к практике. Участники должны заявить о себе в интернете, создать сайты для своих бизнес-идей. Сегодня я встречаюсь с Ольгой. Пару дней назад я запустила свой собственный сайт, но ему требуется некая модернизация. Ольга это делать умеет, и я надеюсь, она мне тоже поможет. Что ты хочешь сделать? У меня есть небольшой опыт создания собственного сайта с помощью вот этого. Скромничай. Конструктор. Наталья уже не первый раз пытается создать альянс с участниками проекта. В борьбе за главный приз все средства хороши. В предыдущих сериях она помогла Максиму. На этот раз Наталья сама просит помощи у Ольги. Ольга настроена серьезно. Наталья же ведет себя легкомысленно. В общем, смотри, несколько дней назад я запустила уже свой сайт, но оказалось вот по прошествии недели практически, что не хватает информации на сайте про дни рождения. И я бы хотела, чтобы это была отдельная страничка, на которую родители могли бы зайти и узнать, сколько оно стоит, где проходит, как, какие аниматоры, какие программы. Все про дни рождения в нашем центре. Страничка будет интегрирована в твой основной сайт или это будет автономная страничка? Интегрирована. Ну, смотри, вот этот конструктор, он позволяет создавать сайты. Mm-hmm. Давай я тебе покажу, как создавать с его помощью сайты, включая твою страничку, и ты уже сама примешь решение, оставить твой сайт как есть или переделать его с помощью этого конструктора. Давай. Он очень простой. Давай вот такой оставим. А вот такая я ее уже использую для своего сайта. А, смотри, нам даже одна этаж понравилась. Ольга сделала все возможное, чтобы помочь Наташе в создании сайта. Поведение Натальи вызывает недоумение. Для чего была встреча? Для альянса, либо для выявления слабых сторон соперника? Ты можешь редактировать все, что тебе заблагорассудится. Вот, в любое удобное для меня время. Главное, бесплатно. Вот, да. Спасибо большое, я обязательно воспользуюсь. Окей. Ну, если будут проблемы, звони. Обязательно. На мой взгляд, для Натальи сайт – это способ убеждения родителей, что в ее центре все здорово. Как нам объяснили на лекции, без сайта никуда. Но я, собственно, сама это понимаю. Размещение информации о своем кафе в социальных сетях показалось Татьяне сложным делом. Несмотря на то, что финансы позволяют ей нанять специалистов по продвижению, тратить деньги на них Татьяна пока не готова. Она обращается за помощью к своему брату. Тох, мне нужна твоя помощь. Суть в том, что я сейчас звонила в несколько агентств, которые занимаются созданием сайтов, и они просят довольно-таки много. Около 50 тысяч за сайт. Как ты думаешь, это нормальная цена? Цена весьма адекватная, но для открывающихся бизнесов это достаточно большая цена, поэтому можно воспользоваться таким вариантом, как создать
сайт визитную карточку. А что это такое? Ну, это более-менее простенький сайт, он не будет стоить больших денег, а, скорее всего, даже вообще не будет стоить от вас никаких затрат. Страничку все-таки делать будем. Это будет визитная карточка нашего кафе. Брата я нагружу доработкой страницы ВКонтакте и в Фейсбуке. Татьяна, сайта нет, занята тем, чтобы найти специалистов. Ее интересует вопрос, как это сделать бюджетно, потому что возможности не резиновые. Сегодня у меня очень насыщенный день, и он еще не закончен. Сейчас я жду звонка от дизайнера, который представит мне финальную версию логотипа. Здравствуйте, Лана. Как дела с нашим логотипом? Мы очень ждем финальную версию. Мне нравится, что ваш проект направлен на образование детей. И я постаралась учесть все ваши пожелания. Сейчас отправлю готовую версию в скайп. Смотрите. Ловлю. Жду мнений. Принимаю. Что думаешь по этому поводу? Мне нравится. Получилось по-детски, ярко, красочно, цвета хорошие. Мне тоже нравится. Оставляем ее? Угу. Окей. Вы действительно учли все мои пожелания. Огромное спасибо. Я старалась. На нем остановимся? Да, да, отлично. Спасибо большое. Ну, замечательно. Будет сделано. До свидания. Всего хорошего. Да, спасибо вам. Теперь у компании есть логотип, и мы будем работать, чтобы в ближайшем будущем он превратился в бренд. Для Ольги очень важно сделать качественный контент, чтобы картинка завораживала с первого взгляда. Сегодня путь мой не близок. Я поеду к Тане показывать, как работает мое гизо-меню. А вот и Максим, привет. Привет. Заходи. Это будет стоять на кухне. На кухне, так. Это будет стоять около администратора. Бар можно поставить планшет. То есть люди могут разделяться на цеха. Угу. Соответственно, для бара ставим просто планшет вот на подставочку. Угу. А компьютер для чего? Компьютер будет в роли сервера у нас. И вот планшет, с которым будет ходить официант, да? Если цель Натальи в отношении Ольги не ясна, то у Татьяны и Максима возник вполне прозрачный альянс. Хотя в предыдущих сериях Татьяна была настроена категорически против участия проекта Максима в ее бизнесе. Но после нескольких дней уговоров Татьяна все же соглашается установить в своем кафе электронное меню Максима. Что же заставило ее передумать? Вот такая идея. Спасибо, Максим. Я рад, что Татьяна сделала рациональный выбор. И, конечно же, рад, что у меня появился новый клиент. Максим, как всегда, спокойный и уверенный в себе. У него, он специалист в IT-сфере, он знает, что он делает, он знает, для кого он это делает. Я с глубоким уважением отношусь к Максиму. Освоение виртуального пространства привело к созданию альянса среди наших героев. Эксперты проекта оценят, насколько взаимовыручка и поддержка помогла участникам в выполнении задания от ментора. Наталья, вот конструктив состоит в том, что подошла креативно, привлекла себе в союзники Ольгу, и та и показала очень простой конструктор сайтов. Она должна была прийти с конкретной целью, для чего ей нужен сайт, и с техническим заданием, что она хочет от этого сайта. Таня у нас, опять же, решила сделать это с помощью своего родственника, в данном случае брата. Тане нужно было понять, что ее задача в данном случае – сделать из сайта витрину, которая будет сообщать ее потребителям о, так скажем, закулисах ее кухни. Ну, давай Коля тогда. Логотип – это лицо твоей компании. Ты должен выбрать из нескольких вариантов, из нескольких десятков вариантов. По-хорошему опробировать на фокус-группе, поиграть с цветами, поиграть с шрифтами. Этого не было. И последний наш участник сегодня – это Максим, который совершенно нетривиально подошел к заданию. И решив его не выполнять. Решив не выполнять и поставив свою систему Татьяне. Участники проекта стремительно движутся к реализации своих бизнес-идей. Хотя задание им дается одно на всех, решают они его каждый по-своему. За удачное, а главное правильное действие жюри выставляет наивысшие баллы. Кому на этот раз достанутся пятерки? Высокий суд начинает свое заседание. Сегодня наша серия посвящена виртуальной инфраструктуре, и, наверное, сейчас невозможно найти ни один бизнес, который так или иначе нельзя было бы продвигать через социальные сети, через интернет.
Давайте посмотрим, как наши герои справляются с этой задачей. Страничка будет интегрирована в твой основной сайт или это будет автономная страничка? Интегрирована. Страничку все-таки делать будем. Это будет визитная карточка нашего кафе. Теперь у компании есть логотип, и мы будем работать, чтобы в ближайшем будущем он превратился в бренд. На кухне, так. Будет стоять около администратора. Бар можно поставить планшет. То есть люди могут разделяться на цеха. Наталья пыталась во время встречи с Ольгой и такой совместной работы над страничкой реализовать эту задачу, но исходя из сюжета, как мы увидели, успешного решения найдено не было. Скорее, они просто обсудили какие-то варианты. Возможно, действительно, Наталья не очень серьезно отнеслась к задаче. Поэтому я оцениваю эту работу в 3 балла. Татьяне удалось поставить задачу исполнителям для того, чтобы создать визитную карточку, и Татьяна поэтому получает 5 баллов. Ольга решала немножко другую задачу, она занималась изготовлением логотипа, что тоже, конечно, важно, но к поставленному заданию на этот этап отношения не имеет, поэтому, к сожалению, только 3 балла. И Максим тоже занимался, безусловно, полезным делом. Он проводил очередную демонстрацию, привлекал нового клиента, но это никак не было связано с поставленной задачей. Тем не менее, за проявленные усилия и настойчивость в личных продажах 3 балла. Что касается Натальи, то очень здорово, что она обратилась к Ольге и использует такой, знаете, партизанский маркетинг, да, с точки зрения того, что она уже хорошо ориентируется в группе, поэтому я за находчивость ставлю Наталье 4. Я поставил Ольге 3, потому что заданием являлось все-таки создание сайта, а не логотипа. Татьяне я поставлю 5, потому что она действует абсолютно правильно. Максиму я все-таки поставлю 4, потому что если он претендует на конкуренцию, ему стоит гораздо больше инвестировать времени и денег в создание своего сайта. Я Наталье ставлю 4 балла. Она, я думаю, решила свою задачу. Максиму в этот раз 3, потому что, в общем, это было описание проекта, а не его продвижение в интернете. Татьяне 4. Мне кажется, очень правильно, что она действительно обратилась к брату. И в наше время, наверное, у каждого из нас есть либо родственники, либо друзья, либо знакомые, которые, если не специалисты, то, по крайней мере, хорошо ориентируются в социальных сетях, в интернете, и с удовольствием могут прийти на помощь. И Ольге за то, что она занималась логотипом, а не продвижением в сетях, 3. Но я бы хотел ей добавить еще 1 балл за то, что она использовала и использует постоянно интернет, скайп, тем самым экономя свое время, не тратя его на поездки. И еще 1 балл за помощь Наталье. Итого у Ольги получается 5 баллов. Я надеюсь, что каждый из них придет к успеху, но произойдет это или нет, мы узнаем достаточно скоро. Оценки выставлены. Впервые фавориткой судьи проекта становится Татьяна. Она набрала наибольшее число баллов. Наталье альянс с Ольгой не приносит ожидаемого успеха. Тем не менее, и Наталья, и Ольга получили довольно высокие оценки жюри. На последнем месте по итогам этого этапа – Максим. С каждым днем участие на проекте, выполнять задания все легче и легче, как это ни странно, хоть задания становятся более сложными. Группа в соцсетях – это не панацея. Не нужно обманывать и зрителей, и себя на старте бизнеса, что если ты создаешь группу в социальных сетях, то это твой там ключевой канал продаж. Да? То есть группу надо наполнять, продвигать, то есть это такой же информационный ресурс. В современном бизнесе сайт – это не просто картинка, это реальный инструмент, и нужно обязательно им пользоваться. Получив определенные знания на лекции, мы переделали свой сайт, у нас был до этого уже, и сейчас смотрим на статистику, пытаемся понять, действительно ли нам это помогло. Участники проекта приложили все свои силы и полученные знания, чтобы завоевать себе место в интернет-пространстве. Каждый из них создал свою виртуальную инфраструктуру. Подготовительная часть завершена. Наши герои готовы к старту бизнеса. Хотите узнать, каким будет начало? Смотрите первое российское бизнес-реалити «Вызов».
Проект создан при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.